Зачем? Я начинаю. Чужая Аргентина. Вот вам история каховского равина. Что ж у нас такой чудесной обстановке? В таком прелестном городе в Каховке. Что ж в такой чудесной обстановке? В таком прелестном городе в Каховке. И женихов это было двое. Постой, обращенный, да парикмахер Яша. И каждый день сменяя Яшина обраши. Она сводила, ой, женихов с ума. И каждый день сменяя Яшина обраши. Она сводила, ой, женихов с ума. Переворот случился в городе в Каховке. Переворот случился у Ельциной головке. Приехал новый управитель во Фронт-Треста. И наша Ельцина не находит себе места. Приехал новый управитель во Фронт-Треста. И наша Ельцина не находит себе места. Иван Иванович, высокий чернобровый, такой красивый и на вид почти здоровый. А сапоги на нем шевровые, а сапоги на нем почти что новые. Ой-ой-ой-ой, ой, шо ж это такое? Приехал Хозер и натворил такое. Ой, маки с перенпунем и кое-что еще. Зачем увез он дочь мою? Ой, маки с перенпунем, маки с перенпунем. Зачем увез он дочь мою? Ой, и стал